Laser Show USA presents. Всем привет! Вы на канале «Америка глазами артиста». Мы отгуляли бурные выходные, мое день рождения. Ну а что, теперь наступили будни, и мы начинаем распаковывать наши подарки. Это Mavic Mini квадрокоптер в комплектации Combo. Комбо-комплектация включает дополнительные аккумуляторы, хаб для зарядки этих аккумуляторов и также дополнительные лопасти для самого квадрокоптера. Но об этом все чуть позже. Начинаем распаковывать вместе. Не переключайте свои каналы и оставайтесь с нами. Ну что, поехали. Что входит в комплектацию Mavic Mini Combo? Это симпатичная сумочка такая, плотная. Сюда входят вот такие две заглушки для пропеллеров, чтобы не повредить ваш дрон при полете, особенно когда у вас не было никакого опыта и вы это делаете впервые. Далее. Все красивенько так упаковано, как будто ты купил новый iPhone. Сами аккумуляторы, документы, описание на дрон, зарядное устройство. Так, ну хорошо, коробку мы отставим. Начинаем смотреть, что у нас дальше. Здесь у нас идут дополнительные лопасти. По-моему, их здесь большой комплектик. Три упаковки в каждой. Вот три штуки. Ну, то есть неплохо. 9 штук. Нормально. Почти на весь квадрокоптер. Сам дрон полностью запечатан. С кавером защитным. С экраном на камеру. Здесь хаб для зарядки аккумуляторов. Здесь провода. Здесь USB-шные провода, чтобы подключать хаб для зарядки. Здесь также провода, чтобы подключать джойстик к телефону, к любой модели телефона Android или это iPhone. Также здесь у нас маленькая отверточка, чтобы раскручивать вот эти болтики, которые держат винты в случае замены. Ну, в принципе, все. А, и также дополнительные джойстики для вашего джойстика. Окей, раз мы заговорили про джойстик, начинаем показывать, что из себя представляет джойстик. Раскрываем его. Открываем антенны. Здесь внутри спрятаны джойстики. Достаете каждый из них. Вот такие они маленькие. И вставляете их и по часовой стрелке закручиваете. И второй точно так же. Вставил, по часовой стрелке закрутил, все, они стоят. То есть таким образом тебе будет удобно управлять самим дроном. Этот слот предназначен для установки самого телефона. Ну, примерно таким образом сюда. Об этом чуть позже покажу. Вот этот разъем предназначен для, чтобы подсоединить ваш телефон с джойстиком. Ты коннектишь одним из проводов. Если у вас iPhone, ты берешь провод на iPhone. Если у тебя Android, ты берешь провод на Android. Теперь распакуем сам дрон. Снимаем все бумажные предохранители самих лопастей, чтобы освободить их. Снимаем защитный экран, чтобы освободить камеру.
Камера здесь выполнена тройной гимбал. То есть она полностью как гимбал-палка держит равновесие. Неважно, ветер дует, не дует, в каком состоянии летит ваш дрон. Она будет четко, равномерно, ровно снимать. Окей. Вот такой маленький дрон. Вот даже если можете посмотреть, у меня старенький айфончик 7. Как раз он размерами меньше, чем сам телефон. Весит он 249 граммов, вы уже знаете. И, в принципе, на данную модель не надо никакой регистрации. Ну, только следите за местностью, где разрешено летать, а где нет. Если там разрешено, то есть нет никаких аэропортов, каких-то военных баз, каких-то еще определенных мест, то, пожалуйста, взлетайте. Вам в каждой стране разрешена определенная высота, и снимайте. Открываем его таким образом. Сначала получается верхняя, потом нижняя. И нам осталось только поставить сюда вашу карточку. Неважно, насколько, на 16, на 32, на 64 гигабайта, это уже на ваше усмотрение. И также сюда вставить аккумулятор. Я заранее до этого открыл аккумуляторы и зарядил, чтобы можно было при вас попробовать включить дрон и завести его. Поэтому вот так упакованы все три аккумулятора. Достаем один из аккумуляторов. Это наш хаб. Вот таким образом аккумуляторы заряжаются. Ты вставляешь сюда. Активировал, вы можете видеть, горит 4 лампочки. Это означает, что ваш аккумулятор заряжен на 100%. Каждая лампочка означает 25%. Аккумулятор у нас полностью заряжен. Мы вставляем в дрон до щелчка. Закрываем. Все, наш дрон готов к работе. Осталось его просто активировать и подключить к джойстику. Следующий шаг. Мы подключаем сам джойстик. Достаем провода. Как я уже говорил, так как у нас iPhone, мы берем айфоновский провод. Это где на конце папа айфона. Снимаем защитный чехол у телефона, потому что любая модель большого размера, ей невозможно поместиться просто в этом джойстике, поэтому надо снимать чехол. Подключаем следующим образом. Сначала подключаем контакт к джойстику. Окей. До этого мы загрузили специальное приложение, которое управляет дроном. Это DJI Fly. Мы ввели свои все данные, геолокацию. Все, нам осталось включить джойстик, включить сам дрон, попробовать подключиться к дрону и вперед летать. Да, кстати, я вам еще не показал защитный кавер, как выглядит. Раз уже мы заговорили об этом, давайте я вам покажу хотя бы. Вот, он выглядит таким образом. С двумя клипсами. Давайте я вам сразу его и одену. Так как мы в домашней обстановке, и если заводить дрон, лучше пусть он будет сразу с защитой. Захлопнули. Захлопнули. И также вторая защита. Абсолютно одинаковая, просто правая и левая. Вставляем дрон. Раз, два. Все, у нас полностью дрон защищен и может спокойно летать даже в помещении.
наш дрон, наш пульт. Начинаем включать пульт. Это делается следующим образом. При одном нажатии на кнопку вы видите загоревшиеся лампочки. Как я уже и говорил, лампочки означают это количество заряда вашего устройства, аккумулятора или батареи вашего джойстика, или такая же система вашего дрона. Ты один раз нажал, видишь 4 лампочки. Это означает, что ваш пульт заряжен на 100%. Чтобы включить сам пульт, надо после первого нажатия второй раз нажать и удержать 2 секунды. Раз, два. Джойстик подал сигнал. Это означает, что джойстик включен. Следующий этап. Точно так же мы проверяем наш дрон. Одно нажатие показывает, что аккумулятор, который стоит внутри него, заряжен на 100%. Если мы один раз нажимаем, второй раз удерживаем, он включается. Раз. И удерживаем 2 секунды. Он начал мигать, он подает сигналы, то, что к нему дошел заряд, и он готов к работе. Вы видите, что джойстик уже подключился, он нашел дрон, и сам дрон вот снимает на камеру, и вот на пульте можно видно отображение камеры. Ну что, ребята, вы видели полную распаковку Mavic Mini, комплектация комбо. Вот так выглядит дрон с защитой на пропеллеры. Вот так выглядит пульт управления с вашим телефоном. И в принципе все. Вперед работать и снимать красивые кадры. Об этом всем вы увидите в нашем следующем видео. Спасибо, что вы были с нами, смотрели мое видео. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите мне свои комментарии, я обязательно постараюсь на них ответить. Всем пока! Спасибо всем за просмотр. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на наш канал. И вы увидите Америку именно своими глазами.